Номер 12. Полевые игроки. Нена Томович, номер 4. Маркос Алонсо, номер 28. Факундо Ранкалья, номер 32. Гонсало Родригес, капитан команды, номер 2. Подбор за фиалками. Иличич. Оборачивается, ошибка его не прессингует. Вот только здесь включили с миланцы. У Иличича отменный удар издали. Но долго он ногу подбирает и отменно сыграл в отборе Кейске Хонда. Обороняться его здесь... Даем. Хонда. В край передачи. Здесь опять несносный Мишильо. И вот уже угловой. Тут не поспоришь. Романьоли с прыжком. Подача от Хонды. Хорошее вращение. Как раз таки в направлении Алессио. Мяч и шаг. Опорные полузащитники Ферентины. Это Борха Валеро и Милан Бадель, конечно. Борха Валеро чуть ближе к атаке играет. Вот мы видим, как он сейчас выбросился. Ну и, наверное, 4 сегодня в центре обороны. 28 лет ему. Ну и мы помним, что предыдущий сезон он тоже играл. А вот это уже возбраняется. Поэтому нарушение правил. И смотрим за очередным миланским стандартом. А Бонвентура отогнал японцу Хонду. Вряд ли с левой удобно оттуда бить. Хонда доказывает что-то обратное. Разыгрывают. Кейске. Ну, совсем не впустит передачу. Но Де Йонг. Удар. Рикошет. Пинбола. Немного. Бонавентура. И блестящий подкат от Томовича. Первый опасный момент около владения Татарушану. Бадель отправляется на штангу, судя по всему. Вот такой рабочий подсказ от Татарушану. Розыгрыш стандарта. Бонвентура. Силы чуть не хватило подачи этой по направлению. Порядок был полный. Жилберто выбивает мяч на Иличича. Тот прессингует. С вами все-таки первый сезон в серии А работает. И его предыдущий проект, Сампдория, был, наверное, самым ярким. И, вы знаете, даже не тот факт, что Сампро там боролась за Еврокубки и так далее, отнимала очки у сильных мира всего, важен. А тот факт, что множество футболистов, которые под началом Михайловича выступали в прошлом сезоне, получили шансы показать себя в других командах. Много предложений у них было. Простит меня, конечно, Никола, но... Да и не услышит вовсе. Так что что я, в принципе, боюсь? Что хочу, могу говорить. Да, в общем-то, удар ужасен. Миланская атака себя демонстрирует вспышками. И все чаще благодаря каким-то индивидуальным качествам, дриблингу и так далее. Ну вот, да, правда, неплохой. Правильно, в серединку отыгрался с Иличичем. Того обокрал Де Йонг. Де Йонг! Немного фристайла. И вновь на ногах этот попрыгунчик голландский. Хонда. Вставляющий мяч Луису Адриану. А вот так, пожалуйста. Я понимаю, что Луис Адриану вот... Антонелли остался на ногах. Прикрыл свой домик. И развил атаку. Там Хонде досталось по ногам. Понимаете, какая история? Да, Хонда сегодня номинально на позиции трапеции поражения в первом туре. Может быть, Крамолу скажу, но вообще-то и для Милана, и для Ферентины вот в таком статусном матче первого тура неплохой результат ничейный. Неплохой. Но об этом рано еще говорить. Атака флангом. Подача! Бонавентура! Боднул мяч. В наиголевейшей ситуации. Здесь уже не рост. Ему помеха. И там... Борха Валера пласируется, встречая его. Но Бонавентура на резких движениях от него уходит. Есть продолжение. Хонда. Тягучий Хонда мяч все-таки сохраняет. Бонавентура один в один против Томовича. Бонавентура. Мягкая подача. Бака пролетает расточку. Если не ошибаюсь, 17 связок центральных защитников разнообразных в прошлом году было у Милана. Я сейчас не ошибся, не заживал у меня во рту. Действует на одной линии с Хондой. Ну, вот так перемещается в атаку Милан. В касание передачи на Баку, который получает подтолкнуть, по почечкам надавать. Ох, за милое дело. А вот здесь нарушение правил, никаких вопросов. И еще одна желтая карточка, которая будет второй у
Родриго Эли. Красная карточка Паула Валерии. Как мы по вам скучали. Милый вы наш. Резе Авелина. Так вот, в Авелина в серии Б в прошлом сезоне здесь никаких вопросов. Толчок. Вырывался там на свободное пространство Калинич. Да, да, это красная карточка. В смысле, вторая желтая. Так вот, за 33 матча в составе Авелина. Так, Фалами компенсирует свои просчеты. Милан в меньшинстве. Удар со штрафного. Гол! Супер выстрел! Маркос Алонсо, подумать только! Вот так шарахнул. Испанский край полета мяча. Этот удар бесценен. И в какой момент? Вонзил этот мяч в девятку. Претензий к... А знаете к кому? К Синише Михайловичу. Хонду убрали и выходит... Вышел уже, точнее, на поле вместо него. Кристиан Сапата. Колумбийский центральный защитник.